чего дымится? Из-под брюха дым идет. Да ладно. У нас? Вроде пока нормально. Сильно или не сильно? Да так, не сильно. Хорошо. Попробуем до площадки дотянуть. Падаем. Обороты. Вижу. Смотри экран. Подбили нас все-таки. Бабахнул рядом. Смотри экран. Волга, отходите от нас. Сядь куда сможем, отходите. Садимся, отказ двигателя. Подбили двигатель один. Отказ. Садимся на одном. Понял, на дорогу садись. 32-й, что у вас? Движок один, отказ движка. Бак пробит. Мы на земле. Произошло попадание, скорее всего, калибром 7,62. Попали в правый промежуточный редуктор. Пробили его. Пуля застряла в данном редукторе правого двигателя. Далее попала тоже в Гаргород в радиоотсек. Прошла через блоки. Пуля застряла в вертолете. Пока ее сейчас техники ищут, ее достанут. Вот. Было то, что вертолет был подвержен огневому воздействию при выполнении специальной задачи по поддержке наших войск. Еще одно отверстие тоже 7,62. Она повредила топливную систему. Вот, трубопровод топливной системы, из-за чего вытек весь керосин, топливо, и произошел отказ одного двигателя и перед посадкой отказ другого двигателя. Вот. Получили задачу от командира части для выполнения огневого поражения объектов противников, бронированной, легкобронированной техники, выдвинулись составы пары в заданный район, где выполнялась данная задача. В заданный район пришли, выполнили. Вначале выполняется у нас всегда разведка, то есть определение цели, связываемся с передовым авиационным наводчиком, почему мы командуем, как работаем. Для того, чтобы определить наши войска, не наши войска, заняли данный район составом пары и приступили к непосредственно своей задаче. Основная задача-то у нас прикрытие наших войск при продвижении, уничтожении бронированной, легкобронированной техники, это танки, БТРы, машины, на которых они переезжают, их диверсионные группы, и ротные опорные пункты. Выполнили задачу. При отходе вертолет подвергся огневому поражению стрелковому, получил пробоины. Через полторы минуты отказал двигатель, то, что топливо вытекло, и то, что был поврежден ПВР. На одном движке дотянул до своих войск, до площадки подскока, где наши силы, где наша там безопасность. И при заходе уже на посадку на высоте 10-12 метров отказал второй двигатель. Выполнил посадку на РСНВ, вертолет, экипаж жив, обесточили, покинули машину. Ведомый экипаж сказал, что идет с правого борта дым. Вертолет себя вел устойчиво, потом почувствовали удары, то есть когда по пробитию было, и сработала система, то что начало заканчиваться топливо, то что информация вышла до экрана, то что мало топлива в заднем баке. За полторы минуты 400 килограмм топлива просто вылилось. Был перебит турбопровод, вот, и потом через минуту-полторы после того, как информация, выключился двигатель. Даже с максимально, грубо говоря, с боевым подвешенным вооружением, с боекомплектом, практически при максимальной взлетной массе на одном двигателе он выполнил еще почти, что мы летели еще минуты 5 до своих войск. Когда мы подверглись обстрелу, как такового сильных эмоций не было, это наша работа, мы знали, куда идем, мы знали, на что это самое, мы готовимся к этому. Штурман-оператор мой сработал грамотно, подсказывал мне параметры силовой установки, работы. Паники не было, самое главное то, что спокойно выполнили задачу, выполнили посадку, и машина осталась цела. После того, как прилетели на площадку подскока, выполнили посадку аварийную, экипаж ПСО по воздуху связался через ретранслятор с нашим КП, где было быстро подготовлено техсостав с тех аптечками. И после посадки вертолета через 2,5-3 часа был проведен восковой ремонт в полевых условиях инженерно-техническим составом. И данный вертолет выполнил перелет на основную базу. В кратчайшие сроки при
в сильном ветре выполнено было сам восстановление машины. Для того, чтобы можно было перегнать вертолет сюда, чтобы его не оставлять за линией фронта. Парни с Ми-8, они тоже оперативно, вот это то, что экипажи ПСО с нами летают, оперативно подсели, проконтролировали, и потом нас на вертолете ПСО эвакуировали на основную базу. Ну, боевых вылетов как таково мы не считаем. После 40 перестали считать, просто они у нас в день бывают по много. Основные задачи, вот по крайней мере, наших ударных вертолетов К-52, это поражение бронированной, легкобронированной техники, также ротных опорных пунктов, укрепрайонов и поддержание наших войск при продвижении. И работа со спецназом, который выполняет зачистку и которые идут, и уничтожение диверсионных групп. Вот. Также боевые вертолеты К-52 выполняют сопровождение КОН наземных войск, прикрытие с воздуха КОН. Вот. Это как и гуманитарная помощь, это и материально-техническое обеспечение, это переброска войск, то есть тоже выполняется весь обширный спектр работ. Летаем, выполняем задачи как днем и ночью с использованием очков ночного видения на предельно малых высотах, на максимальных скоростях, с огибанием рельефа местности. Этот обстрел у меня не первый уже, и до этого было. Мой экипаж был обстрелян ПЗРК, ведомый подсказал, вовремя дал команду, ракета, падай. Автоматически, на автомате, грубо говоря, сработали, выполнили противоракетный маневр, упали на предельно малую высоту, отстрелили тепловые ловушки, цели, и за лесом спрятались, за местностью прятались от этой ракеты. Ракета взорвалась, как сказали, там не долетев до меня 500 метров. С пункта управления лагеря поступила задача на эвакуацию экипажа, потерпевшего обстрел противника. В кратчайшие сроки подготовились экипажем, выполнили взлет в кратчайшие сроки в район эвакуации. Полет выполнялся на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности на максимальной скорости, минуя ПЗРК противника. Выполнили в заданный район в кратчайшие сроки посадку, эвакуировали экипаж и, соответственно, в кратчайшие сроки выполнили перелет обратно по обратному маршруту. Очень сильно переживали за экипаж. Летаем и днем, и ночью, в основном ночью, в плохих метеоусловиях. Переживали в основном за парней, чтобы они живы-здоровы были, потому что состояние их здоровья было неизвестно.